не все знают, Сергей Брониславович не в курсе, Татьяна Борисовна, буквально 15 минут назад из Комитета по культуре пришло предложение, точнее, предложение, сообщение о том, что уже утвержденное. Да, в Смольном решили облагородить культурные площадки, уличные площадки города. Вот мы писали письма, что у нас музыканты, которые, в общем, исполняют не очень соответствующую нашему духу музыку. И вот они, видимо, нас услышали и поделили в город на такие площадки. И на этих площадках решено, так сказать, позволить или, точнее, ограничить выступление именно коллективами из музыкальных школ или школ искусств. И вот за нами скрепили площадку, которая вот здесь вот на Думской, буквально вот под нашими окнами. И школа должна, естественно, предоставить какие-то номера, по возможности самые лучшие. И, конечно, какие могут быть лучшие номера, если не номера выпускников, да? Да, ребята, это действительно большая возможность для всех выпускников проявить себя и, значит, эту концертную площадку за нами закрепить. Это все серьезно, и на самом деле буквально через 2 дня мы готовы к этому приступить, но просто нужно понять, кто в силах. Вот выпускников много, скажите, поднимите ваши дипломы, пожалуйста. Выпускники, да. Дипломы поднимите, ребят. Нет, видно было, сколько мало вас. Больше же вас было. Да, вот выходили сюда, получали. Ну вот видите, я уже вижу, сколько готовых артистов будет послезавтра у нас. Не надо опускать, не надо. А в подземных переходах не нужно играть? Нет, пока еще там. Вы представьте себе, вот этот пятачок, да, вот теперь он наш, это же абсолютно. Ну, ребят, в общем, сейчас мы готовы провести кастинг, да? Кто хочет, может поучаствовать в кастинге на вот первое выступление через 2 дня на Думе. Не надо смеяться, все серьезно, на самом деле. Абсолютно. Да, не дадите соврать. Нет, это же прочитали, да? Да. Кто готов попробовать? О, я вижу уже ребята. Да, можно поаплодировать. Я сейчас выступаю. Я первый пришел. Давайте я вас. Уступите, девочки. Я за равноправие полу. Подождите, я тоже за равноправие, но извините, все-таки, ну давайте девушке дадим Да, джаз.
есть. Давайте попробуем. Немножко маловато. Ребят, ну кто готов еще в кастинге, да, поучаствовать? Я прошу, ну чтобы у нас как... Вот, молодцы, активные у нас. Так. Ага, ну что, Михаил, мне кажется, вот мы можем, в принципе, даже и начинать. Аллилуйя!
вы считаете? Пойдет? Это прекрасно. Вот это пойдет. Маша, это прекрасно. Нет, что это? Браво! Но знаешь, что надо вот немножко разбавлять. Я считаю, что вот такое страдание нужно какой-то веселостью, безудержной хотя бы один номер разбавить. Вот у кого есть что-то веселенькое? У меня есть относительно веселое. Относительно чего? Предыдущего номера. Это что будет? Из песни Мартина «Запереты» Мартин Рыбаков. Мартин Рыбаков? Рудаков. Мартин Рудаков? Рудаков. То есть про руду песня будет? Нет, про рыбака. Запутали, я не поняла. То есть Мартин Рудаков поет про рыбака? Пример. Понятно. Ребята, да, извините, я, конечно... Ну, это будет весело, да? Ну, веселее. Так, нам нужно, знаете, что какие-то немножечко костюмы только, да? Потому что все-таки вы понимаете этот... Ну, специфика улицы, у вас какая-то очень концертная одежда, у вас немножко... Ну, в общем, в принципе, мы готовы, да, наверное? Да, наверное, попробуем. Ну, поддержим тогда. Сейчас
мы увидим такой жанр, да, из всех искусств важнейшим для нас какой является? Кино. Правильно, кто сказал, молодец, экономисту в помощь. Да? Да. Слава, я знаю, что вы можете сыграть все практически. Наш прекрасный выпускник Ярослав Семенов исполнит нам что? Полька Шостакович. Опа! Под Польку Шостаковича мы будем делать что? Немое кино. Немое кино! И сейчас мы посмотрим с вами сценку, которая будет иллюстрировать, как распределяются, собственно, финансы после нашей работы над Думской. Спасибо всем. Режиссер Полина Каманина.